Здравствуйте, сегодня хочу представить вам шорты женские, Швейцария, первый сорт. Очень хорошая, комфортная цена на данную позицию, но сразу же поясню, здесь будет небольшой размерный ряд, состояние у них будет нормальное, как у экстры, то есть сильного износа не присутствует. Вот такие шортики модные, но они больше подростковые new look, на лет 15. Спортивные шорты, размер S-ка. S-ка. В основном здесь джинса. Размер M. И хлопковые. Размер M. Хлопок 34 размер. Видите, как домашние. S-ка. H&M размер M. Такие типа как ультрамодные. M-ка. Манго, и классический размер S, M, пинки, M-ка, вот эти вот хлопок, размер L, но больших размеров здесь будет крайне мало. Видите, как подростковые, на лет 15, вот H&M размер L-ка. Но при этом для ассортимента, либо если у вас много клиентов, кто приходит с небольшими размерчиками, либо подростки, будет хорошая позиция. 36 размер, Esprit M-ка. Тоже подростковые, размер S. S, M-ка. И с заклепками, но здесь я смотрю, есть три пятнышка, либо здесь были заклепки, но они отпали. Размер XS, XS, S-ка. И с высокой посадкой 26 размер, XS, 36, как домашние, тоже XS-ка, S, очень красивые с гипюром. С высокой посадкой H&M S-ка, но тем не менее, размерчики здесь будут не очень большие, но крайне комфортная себестоимость. M-ка, вот L попались, тоже M-ка. Вся, вот L размер. Но их крайне мало. М. Хлопок H&M. Л-ка. М-ка. Удлиненный размер. М. М. Это была позиция женские шорты Швейцария. Первый сорт. Вся подробная информация будет под видео.